Привет, сплетем веночек из колосьев пшеницы. Вот пшеница. Сперва надо корни обрезать все. Вот так вот. Короткие оставляем в покое, а длинные забираем. Вот нарезал. Вот такие вот. Насколько возможно длинные. Берем один. Второй. Вот делаем перекрестие такое. И обматываем вокруг. И загибаем вот сюда вот. Получилось вот такое вот. Берем второй. Как можно ближе к этому ставим. Обматываем между них. Вот так вот. И загибаем. Получается второй. Вот. И так вот все следующие. В процессе будем обрезать. Потому что тут вот становится все толще и толще, если дальше идти. Всегда вот эти вот верхние можно обрезать, потому что нижние это то, что навязали только что. Вот так вот. И поехали. Ну вот я уничтожаю нижние. Оп. Чтоб тут потоньше было. А то тут где-то 50 штук будет. Это будет очень толстая. Вот это вот как главный стебель. Заворачиваем. Раз. И продолжаю дальше. Вот красота уже идет. Ну вот такой уже получился. Будем теперь сплетать. Эту часть берем с этой. И точно так же берем колосок и сплетаем. Чуть пониже. Проволоки тут нету. Все сплетается так. Только тут мы делаем уже два оборота. Вот так вот. Ну, штучки три еще там надо, чтобы это все сплелось. Так. И последний. Так, вот то, что получилось у нас, да, вот здесь вот эти все концы, я беру их, постепенно обрезаю, вот так вот. И вкалываю их вот сюда вот, между стебельков, где вот это вот перекрученное, где. Так вот, еще, остальные я просто обрезаю.
Ну, вот такой вот выровняем полностью. Вот такой веночек получился. Можно его еще выравнивать, выравнивает, у него засохнет, такой будет красивый. Вот. Это все. Пока.